В штабе общественной поддержки Владимирской области состоялась встреча с сенатором Владимиром Киселевым, со студентами РАНХИКС и ВЛГУ в рамках открытого диалога «Час сенатором». На встрече речь шла не только о развитии страны, но и развитии области. К слову, Владимир Киселев отметил ведущую роль в этом процессе молодого поколения. Действительно, с молодежью всегда встречаться интересно. Молодежь – это совершенно особая категория наших граждан, ребята, которые нацелены на позитив, нацелены на развитие себя как личности, нацелены на развитие нашей страны, Владимирской области. И, конечно, безусловно, сегодня вот об этом и говорили. Помимо этого были затронуты такие темы, как распад Советского Союза, развитие современной России и СВО. Очень познавательная встреча на самом деле. И хотелось бы, чтобы такие встречи проводились почаще. Владимир Николаевич все подробно, кратко, интересно рассказал нам вообще о возникновении России, даже привел свои примеры. Сенатор также подчеркнул, что разговор получился откровенным и интересным, как для ребят, так и для него. Но некоторые вопросы все равно остаются открытыми.